Ребята, всем привет, добро пожаловать на канал Joy Wire. С вами снова Joy. Давайте продолжим наше маленькое приключение в мире RimWorld с нашими маленькими выживальщиками Уфой и Квиной. Я заходил немного вне записи и спланировал расположение комнат. И спланировал немного базу. Ну, это так, на будущее. Спланировал киллбокс. Это тоже на будущее. Надо, кстати, заблокировать от постройки. А вот комнаты. Комнаты мы можем сделать. Единственное, надо будет переставить колышек. Я хотел замутить комнаты, которые выделены серым для жилища. Среднее меньше, что ли? Подожди. Я где-то... Доебался с длиной. Сколько здесь? 7, а здесь? Тоже 7. Не-не, все нормально. Вот здесь просто лишнего намутил. Сделать 3 комнаты. 2 явно будут заняты. Одну сделать типа для заключенных или на данный момент, чтобы это медицинская комната была или что-нибудь такое. Здесь Брио тусит рядом. И мы могли бы... Как она не коцнулась на капканах? А, ну потому что она ловкая. Медитирует у нас тут на территории. Мы могли попробовать ее вырубить. И попытаться переманить к нам. Абсолютно голая, ведет себя как зверь, но у нее крутые скиллы, и она бы нам пригодилась в хозяйстве. Вот эту дверь я хочу заделать. Все, что выделено фиолетовым, большая фиолетовая комната, ну или розовая, не знаю, как вам нравится. Это будет холодильник. Следующая комната будет разделочная. Желтая будет комната для развлечений и кухня, /кухня. Здесь можно будет потом сделать еще комнаты, надо будет только ветряк переставить. А здесь будет... Как он там... Термо... Я не знаю, как он называется. Короче, хрень, которая генерирует электричество из энергии гейзера. Здесь можно будет сделать еще одну комнату и здесь еще одну комнату для начала. Поэтому первое, что надо будет сделать, это перенести нынешние комнаты. Пока ребята спят, можно спокойно заняться этим вопросом. И у нас, в принципе, должно даже хватить дерева без лишней добычи, чтобы переставить хотя бы одну комнату для начала. Так, стоп, я один и тот же кусок 2 раза, да, переставил? Вот дурачина, ох, инвалид. Стоп. Во. Оно... Это наш шанс. Я ждал чего-то подобного. 2 часа. Это надо делать очень быстро. Господи. Где... Если я здесь поставлю тюремную комнату, это же будет слишком далеко. Я еще мод психологии установил, но этим мы потом займемся. Я кучу новых модов напилил. Черт. 2 часа. Блин, мы не успеем. Для пленников. И медицинская. Уфа, скорее. Невозможно спасти, нет доступных свободных кроватей для поселенцев в местах с безопасной температурой. Слушай, там 13 градусов, тебе что, недостаточно? 18. Почему? Ну, 13, наверное, да, прохладненько, ладно, справедливо. Здесь минус 3. Может быть, я могу просто на улице поставить медицинскую кровать? Да. А потом мы ее захватим. Так. Друг. У тебя очень мало времени. С
Чё за психи... А, это из-за того, что мы квест приняли. Она истинно... Господи. Он не успеет. Чёрт! Это был такой шанс. Так, надо замутить. По-моему, мы умеем делать братские могилы. Чёрт. Какая неудача. А где... проекты, приказы, постройки... Я не вижу. Вот. Где-нибудь снаружи, наверное, ее можно построить, чтобы особо не смущать наших ребят. О, черт. Блять, зараза, мы... Ну нет, спасти за 2 часа. Сука. А, блин. А было бы здорово. Было бы здорово, на самом деле. Дезертир, ну-ка. Марсия Апиона, Шипрейкер, бежит и зовет на помощь. Ее преследует отряд военной полиции Черный Доминион за дезертирство. Она хочет присоединиться к вашему поселению. Располагает информацией об имперском аванпосте, в котором можно найти все необходимое, чтобы развить пси-способности. Учтите, что вы примете в свое поселение Апиона, вы станете врагом Черного Доминиона. Следующий за дезертиром отряд военной полиции нападет незамедлительно. Он состоит из одного пехотинца. Принимайте это задание только если вы собираетесь сражаться против Черного Доминиона и развивать пси-способности у своих поселенцев самостоятельно. Для организации налета на аванпост у вас будет 1 год. А, на аванпост, если нападать, я понял. Блин, у меня нет более подробной информации, но я вижу, что она наряжена в броню, как минимум. Да, черт, гоу. Ты посмотри, она там... Она заряжена до зубов. Ближний бой 8, горное дело 6. Искусство 4, общение 9. Дальний бой 5. У нее особенная тяга к ближнему бою. Че по вещам? Ты посмотри, она вообще заряжена. У нее еще ручной пулемет есть. Немножко еды. Тактический жилет. А че по ранам? Посмертный растворитель. А, ну... Это клевая штука. Из-за того, что у нее надет противогаз... Зрение хуже, питание, речь и прочее. Противогаз можно будет снять сейчас. Ох. Это приятное прибавление. Не худший персонаж. Иди, поверь. Да, давайте. Пока. Интерес к химии. Ну, не самое плохое. Сова, прикольно, кстати. Прикольно. В ночное время будет тусить. Надо будет распорядок дня наладить. Шанс у ворота в рукопашной плюс 20. Ну это неплохо. Прям. И ручной пулемет. God damn. Что, нам придется задефаться от одного нападающего, но у нас есть Апиона с ручным пулеметом. Ничего себе, Рэнди подкидывает нам новые варианты товарищей. Я думаю, да, стоит снять противогаз. Чтобы все на сотку было. И просто перенеси его. Уфа, я понимаю, ты чувствуешь себя хреново из-за того, что... Ну, как бы... Как тебе сказать-то? Потому что из-за того, что мы берем новых людей, мы страдаем от этого. Но... дружище... Тебе надо поработать чуть-чуть. Тебе надо немножко поработать. Мы сделаем здесь еще одну ловушку.
Почему здесь валяется не собранная кукуруза? И вообще, наверное, я не против чего-то такого. Зафигачим сюда еще кусок стены. Я бы хотел переставить местами. Да. Сузить эту комнату, чтобы расширить немного склад. И должно получиться неплохо. Так, вот он наш налет. У, а он, кстати, заряженный, кровожадный, с легкой неврастенией. У него дальний бой 10. А что у него по броне? Он тоже весь фуловый, перевешен, у него револьвер еще с собой. И ручной пулемет. А, у него тоже посмертный растворитель. Здесь, я так понял, это работает как, если он погибнет, он весь лут и все барахло растворит вместе со своим телом. У него астма, шрам от пули, и на него действует психическое подавление. Так. Апиона придет сюда, здесь нет входа, ему придется идти с главного, где у нас стоят капканы. Я думаю, нам надо, пока не начался пиздорез, вырубить немножко дерева. Хотя бы вот эту пару. Вот эти несколько штук. Он будет идти некоторое время со своим перевесом. Так, Уфа, мне неловко просить тебя, но это надо сделать сейчас. А, он пока будет готовиться. Найс, найс, это даст нам немножко времени. Уфа восстановит себе настроение путем медитации. Он идет на поддач. Какая у него дальность? У него безумная дальность. Переноси древесину. И, ребята, все сидите в домашней зоне. Умоляю. Мы потом разберемся с твоим графиком дня. Я думаю, вам есть что здесь. У нас миллион тканей. Мы можем наконец-то замутить себе минимальную какую-то одежду. Да, Сидон пойдет с этой стороны. Он дважды коцнется на капкане. Надо расширить чуть-чуть домашнюю зону до сюда. Прости, мне так неловко тебя будить каждый раз. А, нам не хватило, я понял. Так, Апиона. Пожалуйста. Как управлять этой хренью? Почему она не ходит? Во. Иди, пожалуйста, сюда. И... Так, Уфа. Кухрена. Я случайно сделал твою кровать для пленников. Я очень сильно извиняюсь. Прости, пожалуйста. Отлично. Все. Аборт. Он ранен. Умрет через 8 часов. Я не хочу брать чувачка с астмой. Что у него там? Он с бессонницей и будет в плохом настроении. У него неврастения, то есть он еще сильнее будет страдать от всего произошедшего. Точно не хочу брать, но мы можем сделать раздевание. Так, вас можно убрать из домашней зоны. Вот это то, что надо. А потом... Пожалуйста, туши пожар. Квина, туши пожар. Спасибо. Так, а ты можешь его добить? Да, я был прав, на нем растворилась вся броня. Ну, условно, на нем ничего не было, но... Как бы да. Похорони его в братской могиле.
А потом перенеси весь... Подожди, другая последовательность, ну ё-моё. А потом перенеси... Всю его броню. Нам нужно еще... Нам нужны кровати, господи! Ну чё так разрослись-то, ё-моё. А мы можем, кстати... Мы можем построить копию кровати здесь. А чё у тебя по навыку строительства? Ты можешь себе сделать кровать? Ноль. Уфа. Я очень извиняюсь, ты никогда не выспишься. Эту кровать придется сделать из железа, потому что у нас нет сейчас дерева, и врубать новое это прям... Прям такое себе. Из стали. Мне очень стыдно, но... Пожалуйста, проснись и сделай кровать. Спасибо. Спасибо, родная. Так, режим дня. Режим дня для совы. Какие там времена нужно применять? С 23 до 6. С 23... Нам все остальное время надо... Даже, наверное, не так. Мы сделаем это время работой. А здесь будет что угодно. Да? Я же все правильно сделал. Сова. Получает подъем настроения, если она... Если она не спит с 11 до 18. Чего? А, если она не спит, то настроение портится. С 11 до 18 надо сон поставить. С 11 до 18 сон. А все остальное тогда может быть что угодно. Он же сам мне выставил. Слушай, это всякие модификации, которые облегчают жизнь. Я про них забываю. Так, а у нас еще есть чуть-чуть времени же, чтобы, может, ты, пожалуйста, перенесешь все. Перенести. Перенести, перенести, перенести. А, и ребятам мы назначим... Отредактируем 51, любое качество. Кроме одежды с трубов. И всем сделаем то же самое. Самолечение... А, это хирург использует лучшее лекарство. Да, справедливо, справедливо. А пиона, ты не убегаешь, ты атакуешь противников в ответ. Пух, пух. Квина, ты не собираешься сейчас спать? У тебя 32%, давай мы перенесем твою комнату тоже. Мы пока не будем задействовать угловые блоки, потому что я не уверен, хватит ли нам. Каменные я не могу переносить. Видимо, они слишком тяжелые или еще какие-то ограничения присутствуют. Так, это я забрал. Вот эту угловую можно тоже забрать сюда. И стол останется здесь. Бля, здесь в любом случае придется строить кухню. Можем... Наверное, это можно отменить. Да, я подумал, это можно отменить, потому что все равно придется строить кухню, как ни крути. Нам тогда нужно миллион дерева. А это значит, что... Уфа, настало твое время. Можешь срубить вот это, вот это, вот это. Потом сруби здесь. Здесь, здесь, здесь. Ну да, и вот эти... И этого должно хватить, чтобы отстроить комнаты. Мне жаль, что тебе приходится спать на улице. Серьезно. Блин. Сука. Так, Апиона, вернемся к тебе. Что ты умеешь делать? Горное дело 6. Щит! Готэм! У нас есть горняк. Основной. Общение 9. Круто. Очень круто. Искусство.
минимальным, но все равно интересом. Ближний бой, строительство 0, кулинария 4. Ну, кроме горного дела, пожалуй, мне нечего тебе предложить. Я расширил. Ты посмотри, сколько их. О, ё-моё. Так, врач главный Уфа. Однозначно. Стопудово. Медсестринским делом. Кормлением. О, господи, там еще и до 9 теперь можно поднимать. Охренеть. Уфа, это будет не твой приоритет. Это будет не твой приоритет. Но хирургом ты будешь основным. И врачом ты будешь основным. А пожарный... Вы все... Все пожарные, пациенты... Да. Да, неотложную помощь все получаете. Однозначно. Тут без вариантов. Спасать. Это все троечка. Это вы все можете делать, но уф, это не приоритет. Уф, есть чем еще заняться. Хирургом главным он будет. Отдых, да. Носильщик плюс, да, у всех. Работа. Уфа будет с меньшим приоритетом этим заниматься. Прям пятерочка. Прям вот вообще редко. Если вот вообще нечего делать, он будет бегать, там переключать, прочую хрень делать. Добиватель, да. А пиона у нас еще главным охотником же будет. Она будет охотиться и добывать. И перезаряжать ловушки. Тоже, в принципе, может подойти. Рефьюэл. Не столь важно. Надзор за пленниками. А это сейчас не важно. Это сейчас не важно. Джейлор тоже не важно. Развлекать. Ну, да, вы можете. Ты нет. Уфи это неинтересно. Животноводство у нас никого нет. Забивать животных. Да. Ну, как и охота, забивать животных тоже такая же тема. Тренировать, кормить, тренировать животных, повар. Повар Уфа. Опс. Пока ставим паузу. Разделывать мясо тоже будет Уфа. Ты посмотри, я настолько далеко скаканул, что... О, господи. Варка алкоголя, пива... Во, охотник. Да, ты будешь в приоритете охотиться. А на втором месте будет горное дело. И опиона найдет свое место, однозначно. Чинить. Да. Это может быть твоей задачей тоже. В том числе. Наверное, это даже двоечка. Это будет приоритетно. Разбирать. Строить. Давайте так оставим. Строить это второе будет. Первое готовка, второе строительство, третье все остальное. Ты у нас будешь шахтером на втором месте. Ты не будешь добывать растения. Надо будет еще посмотреть, что Квина там умеет. Но она неплохо варит наркотики или препарат. С тебя мы снимаем шахтерство. Теперь у нас есть шахтер, который будет заниматься этим активно. Господи, это... Но если это настроить правильно, потом не нужно будет абсолютно лезть в эту систему. Можно будет добавлять новых персонажей и распределять их на оставшиеся. Да, наверное, это будет третьего приоритета. Фермерство, садоводство... Есть такое художничество. Это все пока не важно. Камень. Да. Камень тоже важно. Это, наверное, четвертое можно сюда добавить. Выполнять задание, чинить поврежденные вещи, ремесло.
У тебя есть тяга в ремесле, давай ты будешь этим заниматься, а Джо... Уфа. Меня переклинило с прошлого прохождения. А Уфа не будет больше заниматься ремеслом. Так, это мы уберем. Кремацию тоже уберем. Доставка... Пусть у вас у всех будет на пятерочку. В принципе, кто свободен, может что-нибудь потаскать. Носильщик 6. Уборщик 6. Управление нам пока не надо. Ученичество 1 будет у Квины. Точно, она же главный ученый. С тягой к этому. 10 из 20 с уровнем. Еще она может заниматься сканированием, но это пока у нас не в приоритете. И все. Здесь, похоже, все. Так, что у нас здесь по зверям, на которых можно поохотиться? А, у нас есть альпаки, не очень агрессивные. Да. Да, наверное, сюда. И трупы будут тащиться сюда, соответственно. И их можно будет разделывать. Наверное, пока повременим с охотой. Пока повременим. Потому что... сперва рубка дерева. Рубка дерева, добыча ресурсов, железа и прочей хрени. И, наверное, можно еще добыть сразу железо здесь. Копать. Так, ловушки это, конечно, хорошо. Ловушки это офигенно, на самом деле. Ты можешь... Кто-нибудь может перенести, пожалуйста? Спасибо. Они, кстати, приоделись, смотри-ка. Так, мне нужно сейчас поменять первым делом еще... Что Пуфа... подобывал всякие разные фигни, и Квина тоже в том числе. О, черт, слушай, у нас уже трое малявок, которые готовы на все. Ж офигенно. Уфа, хорош спать. Ну, вообще, не, ладно, спи. Нет вопросов. Не, я не буду разбирать уже больше стены. Надо добыть дерево. У кого риск легкого нервного срыва? Чё тебе не нравится? Сова днем. Так какого хрена, у тебя режим дня налажен. У тебя сон сейчас с 11 часов будет, чё тебе не нравится? Сейчас 12 часов, а ты чё не спишь? Ну, потому что херней страдаешь. Так, а ты можешь? Он опять занимается своей любимой тем. А, Квина, ты молодец. Сруби это, ета. Его тета. Ета, его тета. И потом уже уноси. Не надо их носить по одному. А Уфа будет заниматься строительством. Охрененная тема. Он же у нас главный строитель. Потому что комнаты надо делать. Потом вырубим оставшийся камень и прочую фигню. Это мы все сделаем. Это вообще не проблема. Абсолютно не проблема. Построить. Переставить сюда. Уфа, можешь? Можно тебя попросить... перенести. Финкс. Квина просто молодец. Новая пара.
Апиона заигрывает с Уфа, самозабвенно говоря приятные слова про его рост. Уфа приходит от этого в восторг, и они начинают встречаться. Апион и Уфа теперь хотят спать вместе. Подумайте над тем, как им замутить двойную кровать. Ё-моё, это охрененно. Охрененно. Мы переставим эту кровать сюда. И мы делаем двойную кровать. Уфа. Это важно. А, Уфа, а ты можешь перенести это тоже? И вот это. Нет, лучше вот это. Ну, перевес у дядьки, что я могу сказать. Сколько там еще надо? Офигенно. Переноси. Строй. И у нас есть комната. Воу! Так, Уфа. И Апиона. Гадэм, не прошло и пары дней, как они уже шуры-муры намутили. Вы чё, гоните, что ли? Так, Уфа, а ты можешь соорудить крышу здесь? Когда я имел в виду соорудить крышу, что ты ее сделаешь везде. И почистишь комнату себе. Спасибо. Это мы вырубим. Офигеть! Это же какой прогресс. А у нас здесь неловкость произошла. Мы расширим эту зону сюда. А дверь, я думаю, сюда можно поставить. И мы уменьшим зону вот настолько. А здесь можно будет расшириться на еще одну комнату. Это не самое лучшее время. А вот это неплохо, неплохо. Хорошая кровать, между прочим. Офигенно. Смотри, у них секси-тайм происходит. Эмма. Квина. Кстати, вернемся теперь к вкладке «Психология». Она добавляет интересные аспекты к персонализации каждого героя, каждого выживальщика. Например, Квина небывало вежливая и очень любит путешествовать. Прям небывалая, прям вот героического размера тяга к этому занятию. Еще она крутая, пылкая, логичная, спонтанная, конкурентная. Я как будто читаю какое-то описание тёлки в соцсети, блядь. Романтичная, организованная, немножко наивная, чуточку рациональная и целомудренная, нарколояльная, независимая и расслабленная. И все остальное по уменьшению идет. С другой стороны, Уфа у нас креативный и доверчивый. Расслабленный, откровенный, субъективный, остроумный и дотошный. Апиона эмпатичная. Нарколояльная, очень даже. То есть, если Уфа у нас захочет сторчаться, она будет поддерживать и держать жгут на его руке. Также она расслабленная, конкурентная и вежливая. У нас неплохая компания собралась. Так, еще чуть-чуть дерева. Как вам предложение добыть еще немножко дерева? Я бы не хотел вас напрягать этим вопросом, ребята, но мне надо, чтобы вы срочно перенесли это дерево. Спасибо, Квина. Это прям ваш приоритет должен быть, чтобы дерево находилось внутри склада. А такой вопрос. Уфа у нас на 7-м уровне растениеводства. Еще 6 с децилом тысяч до 8-го. Я к тому, что нам бы надо начать выращивать лечебный корень. А, еще вопрос. Уфа, у тебя нет никакого оружия. Давай ты возьмешь ручной пулемет
У Апиона есть ручной пулемет, а Квина возьмет себе револьвер, и у нас есть дальнее оружие. Как сильно выросло... А, вот оно, нападение. Мы находились... Мы медленно росли, вот, типа, наше богатство росло до 6 тысяч. Потом внезапно случается рейд, и в наш отряд попадает Апиона. Мы просто в два раза вырастаем в цене. В соответствии с этим в два раза вырастает опасность. Это правда. Это правда. Уфа, спасибо. Отличная работа. У нас есть достаточно дерева, чтобы выстроить эти комнаты. Как у тебя продолжает не получаться что-то строить, если ты в строительстве вообще просто мега профессионал? Уверенный профессионал. Как ты можешь себя называть уверенным профессионалом, если ты не можешь стену из дерева строить? Дядь. Это несерьезно. А риск нервного срыва почему? Че тебе надо? Съедена сырая пища? А мы это исправим. Мы это исправим. Вот как раз строится твоя комната. Уфа, да. А потом работай над этой стеной. Ты издеваешься? Ты можешь построить? Спасибо. И перенеси... Я не хотел построить копию. Я хотел переставить. Как ты бесишь. Спасибо. Вот это то, что я хотел увидеть. И у нас есть отдельная комната. Нормальная кровать из стали, но она, по-моему, дает... Скорость выработки, эффективность отдыха 100%. Нормальная кровать 100. А у тебя тоже нормальная кровать. Ну, тогда плевать. Квина, ты переезжаешь в свою комнату. Поздравляю. С повышением. Квина? Теперь это официально будет... Теперь это официально будет столовая комната. Это можно добыть, я думаю. Так, и я хочу сразу удалить отсюда планирование, чтобы меня уже не бесили. Эти частички рисунка, схемы... И Уфа сможет начать нормально готовить. В нормальной комнате. О, слушай, а Квина занимается вовсю ремеслом. Зафигачила нож. Я забыл, где... А, вот он. Давайте отменим ножи. Давайте пусть сделает рюкзаки. Да? Коктейли Молотова. Ну, у нас... Мы пока не умеем готовить коктейли Молотова. Но она может сделать 3 рюкзака, а значит, мы сможем больше барахла таскать. Да, смотрите, фигачит. А, еще интересный мод добавил. Скрытые подземные провода. Или кабеля. Отличная тема. Ну, как бы... Они стоят больше железа, чем обычный кабель. Но дают возможность убирать вот эти вот всякие... Вот эти всякие серые сопли, раскиданные повсюду. Это, конечно, неплохая тема. Давайте это будет медицинская комната. Мы сюда зафигачим пока оставшиеся 2 кровати. Даже, наверное, не так. Мы их поставим... Допустим, головой друг к другу. И мы сможем здесь установить прикроватный столик. Вон отсюда. И он сразу будет бафать 2 кровати. Во.
Слушай, теперь цифры появились, сколько он дамага наносит каменным стенам. Это, конечно, миленько. Она, в смысле, Апиона. Я думал, что это Уфа там рубит во всем. Так, это будет... Это будет именно кухня. И именно кухня, на которой будет готовиться еда. А вот это... Почему она так близко оказалась? Мне казалось, что здесь пространство в две ячейки будет. Или они... Не, я хотел объединить здесь вот так. Зараза! Я не хочу сейчас этим заниматься, я хочу распланировать то, как будет выглядеть комната. Я опять сделал не то. Сори. Вот. Я хотел ее расширить настолько, чтобы была побольше комната для развлечений, условно. Переставить туда бильярдный стол там замутить. И поставить туда кухонный стол. Чтоб ребята там обедали вместе в большой комнате. Установить сюда всякие картинки и прочую хрень, чтобы это была комната для развлечений. Вот. Уфа, когда ты закончишь с растениями, я бы хотел, чтобы ты переставил этот столик. И еще удобно то, что она очень близко находится по отношению к спальням. То есть ребята будут сразу проходить, брать еду. И приходить кушать здесь. Нормально. Ну и учитывая, что кухня находится в другом месте. Я сделаю, чтобы не было прохода с улицы на кухню. Они должны меньше грязи притаскивать туда. Теоретически. Так. Ребята, я вам честно говорю, у нас скоро начнется готовка. Поле психического подавления рассеялось. Отлично, отлично. Жить стало чуть-чуть легче. А, давайте посмотрим, есть ли... Да, есть чуть-чуть дерева. Которое можно срубить. Я бы хотел, чтобы вы этим занялись. Серое тоже сойдет. Плевать, нам нужно сейчас все дерево. А так как здесь у нас уже готова комната, я бы... А что тянуть на самом деле? Давайте плиту установим. Я не по производству, да, электроплита. Сколько там надо? 80 стали, 2 компонента. У нас есть все. Так, Уфа. А, ты пошел спать. Ладно. Как проснешься, построй, пожалуйста. Спасибо. И теперь наступает твоя часть, и ты будешь готовить простые блюда, например... Одна штука на колониста, 12 блюд будет готовить. Расширим зону холодильника. О, у нас здесь какая-то неудачная стена. Давайте переставим куда-нибудь. Или разберем. У нас же не работает кондей. Так, Уфа. Это важно. Почему написано, что здесь снаружи? А, крыша. А здесь нет крыши. Упс. Уфа. Это важно. А это еще важнее. Я тебя прошу. Так, Вина, что с тобой не так? Что тебе не нравится? Средняя боль. Что у тебя болит?
Пищевое отравление. Я понял. Мы кушаем сырую еду. Я тебя понял. Я тебя понял. Мы над этим работаем. Мы над этим работаем. Уфа вот уже вовсю меняет свой распорядок дня, и теперь он будет полноценным поваром. Наверное. Он очень херово готовит. Что ты делаешь? Так, мы переставим эту штуку сюда. Нам нужно построить двери здесь, здесь, здесь. И, наверное, здесь тоже пусть будет... Блин, прям у стола получается. Ё-моё! Мы столы поставим по центру. Сюда поставим табуреточку. Сюда поставим еще одну. Здесь поставим еще один стол. Можно, кстати, сразу переставить эту табуретку сюда. И построить копию сюда. Уфа, чем занимаешься? А почему не хватает электричества? Потому что ветряк не работает. Яйкс. Неловко. Че у нас по еде? Как скоро она испортится? 35,7. 55 дней. Ничего страшного, у нас еда такая, которая долго не будет портиться. Но я бы хотел увидеть немножко ветра. Скажу честно. Вот это срезать. Так, покрытие. А как? Ладно, допустим, мы сделаем здесь деревянный пол. Это очень дорого будет по ресурсам, но... Но это то, что надо. Это будет лучшая комната вообще, в принципе, в этом поселении. А вы взяли оружие, ребята? Да. У тебя ручной пулемет. У тебя револьвер. У тебя тоже ручной пулемет. Отличная работа. А что тебе еще не нравится? У тебя все еще сильная боль. Вот это будут медицинские кровати. Она не может отдыхать до выздоровления, она продолжает... А, кстати, у нас есть приготовленная еда чуть-чуть. Но пока не пройдет, ничего не поделать. Если вдруг начнет быковать, мы ее просто вырубим и отправим лечиться. На рехаб. Квина, я понимаю, что ты хреново себя чувствуешь. Где дерево? Где дерево? Нам нужно дерево, понимаешь? Во, все начало работать. Отлично. Уфа, как проснешься, приготовь, пожалуйста, еды. Первым делом. Нам надо изучать батарейки, я понял. Вообще без вариантов. С ветряком каши не сваришь, абсолютно. Па-па-па-пам. Переставить сюда. Тебя переставить сюда. Уфа, блять. Я понял. Мы в таком состоянии, что они готовы жрать сырую еду, лишь бы не делать как надо. Я тебя понял. Приготовь простые блюда, пожалуйста. И потом еще раз. Чтоб у нас была еда для начала. Я тебя прошу. А потом ты перенесешь стол. Чтобы они не приходили сюда жрать на кухню. И, наверное, хорошая идея. Так, а...
Ну, скорее всего, я ее разобрал, но тем не менее. У нас есть возможность делать лампочки, настенные светильники. Давайте установим парочку тут. Один тут. Уровень 3 кулинарии. Ну, то есть мы все еще травимся безумно, я понял. А в комнатах, я думаю, нет смысла делать. Пока. Так, и теперь следующий важный момент. Это стол менеджера хорошая тема. Никогда им не пользовался. Я знаю, что это крутая тема. Я не умею. Пока не умею. Если я уберу эту херь, ну, будет преграждать дорогу. И, наверное, лучше здесь поставлю. А можно сразу пачкой? Не, нельзя. Ладно. Переставим по одному. Здесь останется как есть. Здесь мы тоже переставим стульчик. Охлаждение какое-то никакое присутствует. Так, почему ты не охлаждаешь? Без крыши. Какого хрена? Я попросил построить крышу. Вы что, дебилы? У вас еда испортится. Вы что, тупые? Где нет крыши? В каком месте? Ты мне скажи, где нет крыши. В смысле нет крыши? Он пишет без крыши. В каком месте тебе нужна крыша? Сука ты такая. Вообще это хреновая тема. Шутки в сторону. Где крыша, тварь? Здесь можно теперь открыть дверь. Я не знаю, зачем я ее там закрывал, кстати. Вот этот кусочек я передумал поставить сюда. Проширить еще на одну ячейку. Где крыша? Куда вы дели крышу-то? Я не понял. Так, сделаем другим путем. Убери здесь крышу. Ты меня не понял? Убери всю крышу. Отлично. А теперь сооруди всю крышу. Он все еще пишет, что без крыши. Алло. А че? Я, может быть, где-то пропускаю кусочек дерева? Какого-то не хватает воображаемого. Ладно, мы сделаем другим путем. Мы сделаем двойную стену здесь. Без вот этой хрени. Не так, наверное. Подожди. Как эта комната находится без крыши? Тут есть элемент, который показывает крыши. Отображение крыш. Что, над бочками крышу нельзя построить? Есть же крыша вот здесь, явно. Над кондеем нету крыши. Ты шо гонишь? Серьезно? О боженьки, о боженьки, ох. Чуть не погибли всем селом. Сороди, пожалуйста, крышу над этим дерьмом. Оно все еще без крыши, не. Дал. Почему? Внутри. Без крыши. Видимо, из-за того, что здесь начинает нависать стена этой пещеры. Ладно, мы выстроим комнату полностью.
полностью выстроим. По фулу сделаем. Лишь бы все было хорошо. Так, Уфа, что делаешь? А, у вас секси тайм, я понял, не мешаю. Развлекайтесь. Сруби дерево. Па-па-пам. Нету больше, нигде не валяется случайно рандомного дерева. Тады, ладно. Уфа, как у вас закончится секси тайм, пожалуйста, построй всю эту стену. Кухня станет чуть меньше, но мне будет спокойнее от того, что она все-таки будет прикрыта крышей какой-то бобры. А, Уфа, молодец. Как мне нравится, когда они помогают друг другу. Все? Она все еще без крыши. Ты че, бля, издеваешься? Я не понимаю. Как эта комната без крыши? Давайте здесь еще построим. Здесь, допустим. Пусть вокруг идет крыша. Здесь, кстати, крыши не было. Ты вот сделаем. А, вот это выровняем. Вот это вообще все выровняем. И, наверное, покрытие. Дощатый пол здесь зафигачим на кухне тоже. Так, а у нас появился стол для исследований. А значит, мы можем начать заниматься технологиями. Что-то бзинкнуло, подожди. А, ага. Кто без одежды? Подожди. В смысле? У тебя штанишек нет, так возьми. Инвентарь полон. Так ты надень их? В чем проблема? Почему он? Ну сними что-нибудь типа... Я не знаю, не таскай с собой еду. И бронекуртку сними. И надень штаны. Разрыв. О, черт! Развод! Ну... Как такое может быть, что в пределах одного эпизода они начали жить вместе, еблись там просто ежедневно, а потом они вдруг расстались? Уфа оказался не настолько хорош. Так, давайте... Бата. Солнечные батареи. Аккумуляторы. Аккумуляторы. Это первое, что нужно сделать. И после них мы можем уже заняться... Сейчас посмотрим. Геотермальной энергией. Потому что у нас есть все шансы замутить. Здесь гейзер. А, здесь еще один рядышком. Тут еще один. Я немножко промахнулся квадратиком, но как бы да. Да. Надо будет сдвинуть весь этот рисунок немного правее. И... Да. Уфа, как только ты развлечешься вообще изо всех сил, давай ты сделаешь здесь дощатый пол. Красавчик, просто молодец. Так, а... Ну, мне очень жаль, что вы разрастались. Теперь ты живешь отдельно. И двойная кровать слишком круто для одной опионы. Давай ты будешь чуть попроще. Ну, или... А, да пусть спит на двойной.
Пусть спит на двойной. Неважно. Ну, в смысле, важно, конечно. Конечно, важно, безусловно. Но не до такой степени, чтобы это было критично. Уберем здесь медицинскую кровать. Уфа будет спать в отдельной комнате. Эта комната все еще без крыши находится. Мне кажется, это как-то связано с бочками. Кабан сходит с ума. Ну, хорошо. Хорошо. Мы давно не ели мясо, между прочим. Ой-ой-ой. Перенести кабана. А сколько может Уфа выдерживать по температуре? От минус 21. То есть он может в этой комнате, в принципе, разделкой заниматься. Давайте зафигачим здесь тоже дощатый пол. И поставим разделочный стол в отдельной комнате, чтобы кухня и разделочная это были отдельные заведения. Мне не нравится, что они сюда будут заносить мусор, конечно. Но такая наша судьба. Такова наша судьба на данный момент. Так, производство, разделочный стол. Почему? А, потому что здесь дурацкая бочка. Я думаю, мы откажемся от услуг бочки. Возможно, дело было в бочке. Почему комната все еще без крыши? Меня это немного напрягает, на самом деле. Ува, чем занимаешься? Отлично. Разделывать тушу бесконечно. И положить на пол. Давай ты разделаешь. Готовить нам не надо, еды пока достаточно. Мы сделаем два для колониста. Тогда он сможет приготовить еще чуть-чуть, но уже с мясом. Почему с крыши такая? Ребят, мне нужна ваша рекомендация. Я не понимаю, почему он воспринимает эту комнату так, как будто здесь нет крыши. Возможно, какой-то лаг с кондеем. Давайте разберем его и... Блин, пустая трата ресурсов, но мне кажется, что скорее всего с этим связано. Заглючил кондей и... Не может... Блять, я мискликнул мимо окна сек. Температура, кондиционер. Установить. Пожалуйста, построй. Нет, пожалуйста, построй сейчас. Все. Да, да, просто кондей заглючил. Фух! А еще интересная практика есть. Уфа, мне неловко тебя будить еще раз. Но это поможет нам экономить электроэнергию, наверное. Да. Сейчас плита отключена от общей сети. Соответственно, меньше энергии потребляет. Можете обратить внимание, когда нажимаешь переподключить, проводок перескакивает от одного контакта к другому. Вот, учитывая, что плита подключена к другому, к другой линии сейчас, она не расходует энергию от ветряка, который с трудом вообще справляется хоть чуть-чуть накручивать. Давай, Квина, вся надежда на тебя. Батарейки и геотермальная энергия. Это поможет нам. Слушай, а для тех, кто только что расстался, они не так уж плохо себя чувствуют. У нее влечение к химии? Есть. Конквест. Что это такое?
Камба has lost хребет акробатов to западный альянс after failing to repeal the invaders. Ну ладно. Апиона, почему ты бездельничаешь? А потому что ты у нас главный майнер. И мы тебе обеспечим работу сейчас. Копай труду поблизости. Вот здесь тебе достаточно будет работы. А здесь? Копай труду поблизости. Охренеть, вот это жило. Вот это жило. Я бы не хотел выкапывать столько много. Там, скорее всего, нависшая стена какая-нибудь и... велик шанс того, что мы навлечем на себя гнев тараканов. Но, думаю, столько можно добыть спокойно. Ну, можно посмотреть по крышам. Вот красные участки крыш — это плохо. И у нас здесь присутствует пара штук незакрытых. И, наверное, здесь лучше построить, типа... чтобы было. Красные участки надо перекрывать сразу. Там может быть, может начаться событие под названием Infestation, когда огромные злые пауки вылазят и жрут жопы жителей. И это нехорошо. Это нехорошо. Вот этот мы кусочек отменим. Это все надо будет застраивать. А здесь вообще большой кусок. Допустим, мы отменим, а теперь копать руду поблизости. А, не. Это не то. С какого-то хрена выбрались участки здесь. Мне кажется, там больше железа-то не осталось. В той жиле. Давайте оставим как есть. Давайте дальше не будем. Я боюсь, я не хочу, чтобы у нас внутри жилища случилось это неприятное событие, и все очень грустно закончится. Я лучше заделаю этот участок, нам не настолько сильно нужно железо в данный момент. И Апиона найдет еще, где его подобывать. Задание доступно. Герцог и погоня. Герцог Федор Лислое. Оригинально. Из Черной Доминион бежит и зовет на помощь. Он попал в засаду и всю его охрану перебили. Ему удалось сбежать, но теперь его преследует утка. Лислое хочет, чтобы вы укрыли его в своей деревне на несколько часов, пока не прибудет челнок, чтобы забрать его. Да? А кто у нас будет возвышенным? А давайте Уфу. С Уфы все началось. И Уфу мы немножко возвысим. Здравствуйте, Лислое. Что вы из себя представляете? Что умеет делать? Тронную речь может произнести. У него пси-связь 6 уровня. У него куча способностей. Смотри, что умеет. Бегун и хлюпик. Ну, у него дальний бой 19. И он убегал от утки. Что ж, дядь. Иди в домашней области находись. Утка придет, умрет на капкане. Вот она, утка. Вообще, это селезень. И у нее агриоз. Что бы это ни было. Все? Вопрос был решен. Апиона точным ударом с вертушки вырубила врага. Все. Теперь мне будет спокойнее. Челнок стартует. А где челнок? Все. А я могу снять с тебя вещи? О, у него есть рюкзак.
Оставь нам рюкзак. Плес. Спасибо. Остальное мог не оставлять, но плевать. Так, где там его членок? Сесть, членок. До свидания. Спасибо. Так как Апиона таскает много руды, наверное, стоило бы ей дать рюкзак. Но Квинна таскает кучу дерева. Рюкзак вообще дает какие-то плюсы? Объем работ 134. Множитель цены, неважно, объем. Переносим объем плюс 30. Давайте дадим Апионе. О, у нас вечеринка. Ничего себе. О, это что, труп? Тушка обезьяны. Она же сгнившая. Лислое, давай шуруй уже. Вечеринку отменили. Ну ладно. Мы выполнили задание, и Уфа получил немножко статуса на свой счет, да? Уфа молодец. А если мы переключим, и я скажу тебе, Уфа, готовь там. Нет? Спасение Вейо. Вождь Варан Камбакур, лидер фракции Южная Великая Нация, просит об одолжении. Его друг Била Вейо Вейо интересуется изучением других культур. Варан хочет, чтобы вы его приняли у себя на 22 дня. Вео не будет работать. И мы за это можем получить высокоактивный химикат. Или передовые медикаменты, целых 11 штук, или репутацию. Он не будет работать. Что это значит? Он не будет делать абсолютно ничего? Отправить. Он не будет делать абсолютно ничего? Или не будет делать непосредственную работу, типа там готовку? Он может переносить какое-нибудь дерьмо или убирать мусор или еще что-нибудь? Титул. Уфа получает титул. Йомин. Нейроформер пси-связи получаем. Дары прибыли. Где? Щит, гадем, Уфа! Ты теперь нейромонах Феофан, ёпт! Что умеешь делать? Невосприимчивость к боли. Блокирует болевые центры цели на короткое время. Это позволит ей двигаться и сражаться даже с такими серьезными ранениями, которые в другой ситуации вывели бы человека из строя. Охренеть. Охренеть, мы теперь мега-колдуны. Со статусом Йомин. Мешает тиковое дерево. Это много объясняет. Квина, сруби тиковое дерево. Как ты себя чувствуешь в этой комнате? Все прекрасно? Ужасная спальня. Ну, извините. Мы вообще-то живем не очень-то хорошо, я тебе так скажу. Мне еще не нравится спальня. Вообще хренело. Ну, вообще, да, спальня у них, конечно, отвратная. Ничего не скажешь. Давайте зафигачим дощатый пол. Перегородку здесь деревянную сделаем. И внутри комнат всем сделаем по прикроватному столику. И на сегодня все. Все. Достаточно долгий эпизод получился. 1:15 почти. Охренеть. Что-то я засел. Мне сегодня еще дел миллион надо делать. Ребята, большое спасибо за то, что ворвались в сегодняшнее видео по RimWorld. Большое спасибо всем, кто посмотрел
этот видосик до конца, я это очень ценю. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, вы знаете, что делать или не делать, мне, в общем-то, плевать. С вами был Джонни с канала JWire, всего хорошего, ребята, пока! Ой, исследование завершено, аккумуляторы. Пока!